Я знаю, что мне повезет, как волшебное заклинание. Рекомендуем вам повторять эти слова каждый будний день в 20:55. Ведь именно в это время на телеканале «Самара ГИС» концентрация волшебства достигает максимальной отметки. Могу сказать, я точно знаю, что сегодня у нас будет два победителя из числа наших самых преданных зрителей. Напоминаю, что каждый будний день в эфире мы подводим итоги нашего конкурса, запущенного накануне в нашей группе ВКонтакте. Для участия в нем необходимо вступить, собственно, в эту группу, сделать репост записи о конкурсе себе на стену и оставить в комментариях свой номер. И ждать подведения итогов. Сегодня моей прекрасной помощницей будет человек, который знает не только все об экономической ситуации в стране, в нашем городе, регионе, но наблюдает и, собственно, делится удивительной способностью программировать на успех. Это Лариса Шлафас. Лариса, добрый вечер. Добрый вечер, Юля. Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Скажи мне, пожалуйста, твое фирменное, которое все знают, «Удача в делах», обладает ли какой-то суперсилой, суперспособностью? Как думаешь? Ну, я очень на это надеюсь. Я всегда стараюсь дарить нашим телезрителям только позитивные эмоции. И можно даже подносить свои кошелечки, денежки к телевизору, заряжать на успех, на удачу. Акции, ценные бумаги. Только, друзья, не забывайте процент Ларисе как-то отстегивать. Все-таки человек старается, для вас ищет только хорошие, позитивные экономические новости. Сегодня ты вот у нас такой член жюри, комиссии, будешь отвечать за наших победителей. Друзья, напоминаю, вчера, 13 марта, в нашей группе ВКонтакте мы объявили о розыгрыше пригласительных билетов на концерт талантливой японской пианистки Кейко Мацу. И вот они у меня здесь, их действительно два на два лица каждый. И прямо сейчас судьба этих билетов будет решена. У нас 40 комментариев было к этой записи. И в этом мешочке точно такое же количество бочонков. Лариса уже проверила. И прямо сейчас давай тянуть самый первый номер. Вот эти два пригласительных билета отправляются. Торжественный момент. Не смотрю. Достаю наугад. Итак, 26. Номер 26. Это Елизавета Порецковская. Елизавета, мы вас поздравляем. Эти билеты достаются вам. Я сейчас вам их показываю. Можете поплясать, порадоваться. Еще один комплект билетов, как и обещали, все по-честному. Вот они в руках. Лариса, давай еще один номер, второй. Так, смотрим, выбираем победителя. Так, и это номер 38. Номер 38. Елена Тюрникова. Елена, мы вас поздравляем. Вот ваши билеты. Рады за вас. И действительно, это очень здорово. Ну, все по-честному. Все по-честному. Друзья, отправляйтесь прямо сейчас в нашу группу, в группу телеканала «Самара ГИС». Там мы запустили конкурс. Адрес сейчас вы видите на экране. Или нас можно еще найти через поиск в группах. Мы запускаем тройной розыгрыш. На кону еще один пригласительный билет на концерт пианистки Кейко Мацуи, а также билет на спектакль «Алмазный мой венец», театр «Самарская площадь» и пригласительный в «Киновертикаль». Дерзайте, друзья, не забывайте соблюдать все условия наших розыгрышей. Я знаю, что вам повезет. До встречи и удачи в делах! Отлично!